первую очередь к централизованному отоплению подключились городская больница, перинатальные и реабилитационные центры, а также ДЮШ номер один, Котловский детский дом, вторая школа, третий лицей и несколько дошкольных учреждений города. Журавлик, Аленький цветочек, Золотая рыбка, Кораблик, Василек, Светлячок, Огонек и Зоренька. Чтобы в эти социальные объекты тепло пришло в срок, позаботились их руководители, которые подали заявку муниципальным предприятиям отопительных, котельных и тепловых сетей. Кстати, возможность заблаговременного подключения к отоплению есть и у других учреждений социальной сферы. Что касается жилого фонда, то его готовность к отопительному сезону сегодня составляет 87%. Эта цифра включает в себя большинство управляющих компаний города, которые находятся, так сказать, во всеоружии и только ждут отмашки по подключению домов. Учитывая, что среднесуточная температура наружного воздуха еще далека от предельных параметров, то есть превышает отметку плюс 8 градусов, пока подключать дома предприятия отопительных, котельных и тепловых сетей будет по заявкам от управляющих компаний. Мы посмотрели прогноз, вот начиная со среды, тут даже до плюс до 20 будет, поэтому, наверное, нет смысла переплачивать населению. Но, в принципе, те дома, которые будут готовы технически, я думаю, что по их также заявкам можно будет подключиться.